Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW. BMW 7 серии, удар пришелся на задний правый угол. Удар довольно-таки сильный. Сначала думали поменять только четверть, но пришли к выводу, что менять будем всю заднюю часть, так как все внутренние органы багажника деформированы. Итак, сейчас загоняю, разбираю, и потом будем делать операцию. Так, начинаю разборку. Сниматься будет все, и проводка тоже. Чтобы проводку вытянуть, приходится оттянуть немного заднюю панель, иначе она зажата. Оттягиваю и вытаскиваю всю проводку в салон. Итак, задняя часть разобрана, подвеска снята. Можно приступать к замене задней части. Итак, вот в этом месте будет вырезано окно и для проварки внутренних усилителей. Здесь, как всегда, по заводскому шву. На стойках тоже будет внутри вырезано окно, дабы проварить внутренние усилители. Ну что, поехали. Вырезаю лицевую часть порога, чтобы добраться к усилителям. Ну, усилителей там будет несколько штук, я думаю. Итак, это отсверлили, отрезали. Что мы видим? Еще один усилитель и внутри внутренний. Поэтому, чтобы добраться до этого, отрезаю и отсверливаю еще кусок этого усилителя. Итак, все, что мешали, удалили, и в этом месте будет разрез и сварочный шов. Ну, а там уже все я отсверлил. Итак, обрезаем заднюю часть машины. Ну что, друзья, заднюю часть удалил, вот она болтается, унес и принес донорскую часть. Естественно, обрезалась по донорской части, сейчас только осталось подогнать и сварить. Сварить надо на совесть, чтобы все усилители были проварены. Итак, как я делаю подгонку? Отрезаю от донора полоску металла и затем накладываю на автомобиль. И по этому месту режу. Все, подогнал, можно примерять и сваривать.
Итак, сварочные работы закончены. Осталось примерить остальные части кузова, зада, то есть крышку багажника и фонари. Бампер можно не ставить. Тут все целенькое. Навешиваю крышку, затем фонарики. Итак, все накинул, все зазоры гуд, все прекрасненько, отдаю машину на покраску. Ну, естественно, сначала все разберу по новой и тогда отдам на покраску. После, когда приедет, соберем ее. Не прошло недели, и мне вернули на сборку этот автомобиль покрашенный. Сейчас вы видите заключительные этапы сборки. Осталось повесить только бампер. И машина будет отремонтирована. Остальные мелочи хозяин повесит сам, то, что не хватает. Ну, а я устанавливаю бампер. И сейчас вы можете увидеть финиш ремонта. Ну, а я с вами прощаюсь. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!